Всем большой-большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду ухаживать за своими комнатными растениями, ну и, конечно же, приглашаю вас присоединиться ко мне. На повестке дня будет пересадка декабриста, и хочу подрезать немного маранту, здесь у нее сухие цветоносы уже, прорыхлить земельку, покажу также вам свои другие декабристы и свой цветущий красивый анториум. Ну а пока я буду заниматься пересадкой, хотела рассказать вам о очень таком интересном научном эксперименте относительно комнатных растений. Эксперимент этот провел ученый Бакстер или Бакстер вместе со своими ассистентами. Заключался он в том, что он проводил опыты на полиграфе. Изучал он именно в этом эксперименте такое растение, как драцена. Опыт заключался в том, что он вместе со своими ассистентами приходил в помещение, где росла драцена, и, подключая полиграф, смотрел за реакцией цветка на причинение каких-то, травм, да, он каким-то образом травмировал и любыми способами причинял вред, зажигал спичку, подносил к растению, обрывал листочки, в общем, способов было много. И вот он, значит, смотрел, будет ли как-нибудь растение на него и на его ассистентов реагировать. И выяснилось то, что после того, как он причинял вред растению, затем ушел и некоторое время не появлялся, полиграф показывал, что когда приходили другие люди, которые совершенно не причиняли никакой вред растению, растение реагировало положительно, не было никаких скачков, не было волнения, скажем так, да, зафиксировано у растения. Но через какое-то время Бакстер со своими ассистентами вернулся в это помещение, и полиграф показал, что растение его узнало, оно стало негативно реагировать на этого человека. То есть получается, что растение все понимает и чувствует. Также считается, что растения распознают настроение человека, его намерения. Хотя известно, что растения, конечно же, это организмы, которые не обладающие даже нервной системой, но тем не менее они способны воспринимать информацию и реагировать на происходящее. Удивительно, правда? Так что обязательно заботьтесь о своих растениях, они действительно все чувствуют, они все понимают. И я помню, даже когда я училась в школе, у нас учительница всегда говорила: вот по одной стороне класса все цветы цветут, красивые, растут, а в другой, значит, стороне класса растут плохо, там, где сидят двоечники, хулиганы. Это, конечно же, смешно сейчас вспоминать, но в какой-то мере, может быть, она была и права, потому что растения действительно чувствуют, когда их, как-то не очень любят, да, обрывают им листочки, пересушивают, в общем, всем нужна любовь, внимание, это, конечно же, понятно. Также я хотела еще ответить на вопрос одной девушки, она мне задавала, как часто и какими способами я провожу профилактику для комнатных растений от вредителей. Вы знаете, в принципе, я не скажу, что часто я это делаю, но раз в полгода, раз в 8 месяцев я могу опрыскать свои все комнатные растения фитоспорином. Также я это могу сделать перед отпуском. Если я на длительное время уезжаю, я осматриваю все свои комнатные растения и также их обрабатываю для профилактики. Потому что во время отъезда они могут немножко подсохнуть, да, и может не хватать влажности. Также, как правило, это летнее время, и через окно может попасть что угодно, и паутинный клещ, и тля, да вообще, сами понимаете, когда окна открыты, залететь может любая бяка. Поэтому вот я перед отпуском тоже обрабатываю, однократно опрыскиваю фитоспорином. Ну а если, конечно, я вижу, что растение заболело, то это трекратно. Первый, седьмой, 21 день. Вот сейчас я вам показываю, видите, тут корешки уже даже маранты немножко дает. Надо ее обрезать, конечно, пересаживать, уже подсаживать. Но
Сейчас не могу это делать, ветки, конечно, очень удлинились. Не могу это сделать, потому что впереди отпуск, и даже если она даст корешки, я просто не смогу в ближайшее время их подсадить. После отпуска обязательно, конечно, марантой этой займусь. Посмотрите, какой у меня красивый анториум. Он уже цветочек свой почти что распустил, но сердцевинки желтенькой еще не видно. Пока цветок только один, но я думаю, в ближайшее время он еще мне даст красивые вот эти красные свои цветы. Не зря, да, называется еще мужское счастье. Ну, действительно, красивый цветок. Обязательно рыхлю землю. Земля у меня всегда хорошо прорыхлена. Нету такой, знаете, кома, как бетон земляного. Никогда. Обязательно нужно следить за своими растениями. Тогда они будут вас радовать. Последнее время я цветы пока что не покупаю, потому что очень-очень много у меня их уже. Ну и последние штрихи опрыскиваю. Также покажу вам свою коллекцию декабристов. Сейчас они у меня все на балконе, все прекрасно себя чувствуют. Я думаю, увидимся мы уже в следующий раз с декабристами осенью, когда они будут цвести. Обязательно вам это все покажу. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я буду вам очень рада. Пока-пока!